Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, взяла голубенький, взяла желтенький. Основной цвет в картине зеленый. В разных направлениях, как бы балуясь кистью, плюс коричневый, как бы балуясь кистью, понаберешь все цветовые и тоновые пятна, которые ты видишь. Начнешь сначала с однородных, а потом уже в эту однородность будешь добавлять и больше теплоты, вот такой зелености, вот такой. И больше синевы. Сиреневый придет чуть потом. Сначала вот таким способом. Смотри, розовый, синий. Сначала придет вот таким способом. Сиреневизна. Вот так. Штриховательно внутрь этого всего зеленого. Будет и чернявый цвет без белил. Вот такой. Вот. Но сначала зеленый все поизбавится от белого, да. Не выкрашивая, смотри, сохраняя вот этот чиркательный балованный характер. Хорошо? То есть организация пространства. Да, но только вот для этого. Для мастихина не нужно. Значит, это выскребем чуть-чуть, и на это место упакуем нужные краснотики. Значит, все это белило, все лежит на столах, доберешь себе. Прямо вот с таким жестом усадишь. Вот светик. Потом добавишь к светику желтоты. Сейчас у тебя белил нет, поэтому я то, что есть, возьму. Добавишь, будет светло. Добавишь, будет светло. А так фиолетоватости, грязноватости цвета усадишь этому пятну. Светики белильные здесь, вокруг кувшина, насадишь тоже, как пятно для начала. Чтобы все по пятнам разобралось. Там краснотик, брила чуть-чуть. Как сохранить вот эти вот просветы? Не надо особенно сохранять, но они у тебя и так есть, и скорее всего и сохранятся. Красноту чуть-чуть, только больше белил. Выдаешь себе белил. Хорошо? Вот они, накидаешь. Этих ребят накидаешь. Потом пойдем дальше. Очень все хорошо началось. Любит густую краску, поэтому лучше теневым быть вот такими. Световые любят густую краску, им быть с густятинкой. А теневые пускай чуть будут. Правда? Да, вообще сразу его. Не знаю, очень все хорошо. Смелости хочется, вот этой открытости. Угу. За этим приехал, не знаю. Блок стоит, вот прям. Ну не вижу блока, не вижу. Угу. А я чувствую, просто потерянный. Волнуюсь. Внятно отделить. Внятно отделить. Вот она, идея света. Идея отраженностей. Вообще, как видишь, что-то лежащее на плоскости, сразу вспоминай, нельзя ли здесь дать идею отражения. Иногда она даже уместна, если в этой плоскости и не могло быть отражения, а все равно уместно. Просто потому, что все, что лежит на вертикали, все, посмотри, сразу живет, красиво живет. Угу. Муть разбеленная. Вот сколько смотрю мастер-класс. Как она делается? Так, значит, ноги этих ребят возьмешь. Ну, голубую надо. Коричневый, голубая.
вот такие ноги. Угу. Вот такие. Вот они, пальцы. Пальцем очень вкусненько укладываются эти вещи. А на какой муте это делать? Муть-то не получилось. Ну, цвет, в смысле, не еще не допроизошел. Не обращать внимания на форму. Не сидеть внутри нее. Делать, а потом форму задать. Все, теперь поняла. Муть, увенчанная бликом, равно стекло. Поэтому, как только у тебя бликующие появятся, ну, как-то все и должно произойти. Чуть-чуть там. Я сначала придала кистью, форму, а потом начала внутри нее. Чуть-чуть, да. Кистью потом дополнишь рисунок. Угу. Да, преждевременно ты форму. Ну, ты видишь, она уже, да, формируется. Плюс еще бликовастие. А где почувствовать грань? Где жидкость добавить? Не надо разбавитель. Все, у тебя больше здесь разбавитель не нужен. Разбавитель у нас только в начале в основном участвует. Если ты часто пользуешься разбавителем в течение вот этого набора, то, конечно, он тебе мешает только. Так. Значит, тряпочкой. Не знаю, понравится тебе такой вариант или нет. Но мы тряпочкой чуть-чуть с тобой. Конечно. Такие гигантские тряпки в руках лучше не держать. Делить их. Угу. Потому что она просто мешает работать. Возьмешь трепуленцию. Некой розочкой тряпочкой. Угу. Чуть-чуть вот этих звуков. Вот таких. Крупных, густых. Крупных и густых. Хорошо? Киевский мастер-класс, конечно. Ой, вспомнила. Сентябрь, 25 сентября. Вот. Ну и синюшечку, и то все. Вот они. Они сразу... Причем я ж не макаю только, да? Я делаю чвяк такой, вот чирк такой. А достаточно фона? То, что... Недостаточно так, темноты. Нет. Ну, можно так, темноту подбросить как и вслед. Делать? Да, вот. Синюшечку возьмешь, нашвыряешь. Розовюшечку возьмешь, нашвыряешь чуть-чуть. Прямо в это. Темноту. Прямо в это. Густо. Сочненько. Да. Потом еще каких-нибудь, может быть, кистью выкрутасиков сделаем. И готово. То есть уже в рамках этого чуть прорисовочек, но не все подряд прорисован, а как бы некоторые места. Четырехлистники сирени. Это на вот эти вот... Чуть-чуть, да. Кое-где выявить идею рисунка. Но только кое-где. Намек. Да. Чуть-чуть. Да. Давай так. Подскажите, вот эту вот теме недостаточно? Нормальное, отличное пятно. Хотя можно... Мастихином или... Я думаю, что мастихином сделали, да? Вот. Глубину. Многие из пятен, которые в фоновом пятне у тебя, сделаем кистью. Там нечего делать мастихину. Смотри. Только особенно, когда у тебя краски появятся на холсте. Ой, на палитре. Вот такие суховатости, лежачей кистью, штрих, вернее, это самое, а-ля перышко. Мазочек а-ля перышко. Нашвыряешь чуть-чуть, объедая передний план. Вот так, туда. Понашвыряешь. Могу я листочки сделать потом? Потом, все. Да. О, теперь поняла. Благодарю. Значит, в фоновом пятне тоже чуть-чуть. В том числе и здесь. Лежачий к холсту. Кисть, вот так. Угу. Вот так. Лепко. Это ФЦ, который, да? Да. Ага. Здесь вот получилось еще? Сейчас.
Немножко вот мазочности не хватает. Чуть мазочности. Даже вот в этих это чвяках не хватило красный. Мазочности. И у мастихина тоже чуть мазочности. И глубины-то нет, потому что нет вот этой темноты. Угу. Каркас этот темный, он здесь хорошо все держит. Очень увлеклась простым чвяком. Ага, точно. Вот-вот прям аж все за чвяком. Нет. А это надо было, конечно, сначала тряпкой сделать, но просто поскольку тряпка не выполнила свою задачу, я исправлять сейчас... можно. Да. Я сейчас подчвякиваю, смотри, с некоторой запятой мастихина. Ты не нашла картинку, букет. Смотри, с некоторой запятой. Прям поверх брать. Да, причем ты видишь, какая густота краски формируется. Выразительная, да, такая мощная. Выехал, да. Так. И цвет-то шикарный пошел. Да? Угу. Вот скажите, как вот это разводить? Смотри, как они пританцовывают. То есть опробуй вот эту идею пританцовывания. Не, ну видно, что ты хорош, что ты в двух шагах от хороших результатов. Чуть-чуть вот этих технических трюков, ну скажем, вот тряпкой не справилась. Все-таки это должно было быть вот такая какая-то розочка из тряпки. Розочка из тряпки. Зачерпнула вещества. И чуть-чуть вот с таким. Вот с таким. Ты понимаешь? Смотри, с запятой тоже. Так же, как я сейчас мастихином с запятой, так же и здесь. Только все время добираем с запятой. Хорошо? Только вещества теперь. Давай так. А потом вот это вот я не буду сейчас тыкать. Это уже прям конечное. Здесь можно и не тыкать. Вот такую живопись уже можно и не тыкать. Просто если бы мы хорошо бы начвякали тряпкой, можно было бы дотыкать. Но это надо сбривать, опять чвякать. Зачем, когда мы по другому ходу сработаем? Да, макушечки только беленькие, потом кое-где. Да, ткнуть. Ну можно чуть-чуть, да, здесь, чуть-чуть. Да. Ага. Ну просьба тогда, вот с этим. Я никак не разберусь. Ну, смотри, чуть-чуть вот змейка видные. А муть белого хватит или еще все-таки делать? Мути нет. Муть она вот. Не мастихина уже. Ну и белил нет. То есть, а потом уже отсюда белилами отсечешь. Мути не хватило. Ты сильно увлеклась. Ну смотри, вот сейчас появилось мутное пятно, и оно звучит. Палитру периодически надо освобождать от таких, соскребать, выбросить, такого, да? Количества, да. Угу. Мутное должно быть. Вот такое, мутное. Угу.
У меня вот такая зелень не получается. Скажите, какие цвета смешивать? Ну, это щупать белое. Надо, щупать. А, понятно, пробуйте. Угу. Я что-то в зелень ухожу, знаете, какой там зеленый. Там сложный зеленый цвет, поэтому... Угу. Ну, так и не обязательно... Не обязательно, чтобы у тебя идеально был тот цвет. Потому что... Только он нравится травянистым. Ну, красивый он, да. Желтиночки там видно, наверное. Но ради хватало этого, чтобы не пострадала форма, идея мутности. Потому что так можно ковырять этот цвет, да, и так его и не найти. А остальное потеряет свое звучание. Вот они, мутности. А поскольку их очерчивает жесткий характер, то эта мутность начинает играть. Согласна? Да, точно. От того, что ее жесткий характер, да, очертил. Отлично. Вот. Ну, что касается этих, сейчас, этих лепестонников, возьмем что-нибудь. Ну, что-нибудь кистевое возьмем и чуть-чуть с выкрутасами накидаем. Хорошие звуки вполне. Просто чуть-чуть острот кончиков. Вот таких. Чтобы здесь смотри, белые штришки. Ага. Остротнее. Там красивые эти острости. Хорошо? Но, тем не менее, очень живая работа. Очень живая. Немножко много листьев, и нет полутонов листьев. То есть там же есть листья и посветлее, у тебя все только темные, да? Точно, точно. Сейчас, как бы листья поменять еще раз? Ну, такие, а ведь идея, как его, ромбика. Да, высыпалась картина. А вот здесь вот глубины, да? Ага. А ну, при мне. Чуть-чуть, сильно не бей, деликатненько, как ошпаренное движение. Пробовала, мне получается. Вот такое, смотри, как ошпаренное. Так, сильно глубоко не вбивай. Хорошо, сейчас буду смотреть. Значит, не вбиваешь, а такое, как ошпаренное. Вот так, играючи. Да. Очень невкусно звучат такие косматые проявления тона. Вот смотри, я сейчас разделю на свет тень без этих косматостей. Вот посмотри, вот он косматый, вот он косматый. А вот он, две тональности почти равные друг другу. И почему-то они звучат выгоднее, да? Так живенько. Живенько, чем вот этот чвяк белого, который мы вечно вот так хоть хотим по краешкам вот так насадить. Пройтись, да. Не звучит он.
он же с разовизной, а вот это хорошо и все сделал, в порядке. Да? Не знаю. Ну, чуть-чуть. Ну, я думаю, что вот так. Чуть-чуть разве что. Он же с разовизной, и все в порядке. То есть, не, смотри, он все равно светлый. А вот этот не светлый. Этот чумазый. Да? Да, мешанина. Вот. Еще чересчур переборщила густоты краски в этом пространстве. Ох, как я стараюсь там. Все-таки это дальний план, и там не нужен такой густой. Он должен быть далек. А густота, она приближает. Там все бледновато, размыто, не напряженно. Вот оно. Плюс светлые мазочки, которые там мигают. Но ничего, никакой сверхфактуры там не должно быть. Хорошо? Сразу уехал. Значит, белил выдави и сбей напряженность именно этого места. Ну, я бы такое, что и вот эти позбивал бы. Слишком они раскричались. Вся картина равномерно не должна быть написана. Сейчас у тебя что здесь, что здесь. Абсолютно. Да, что здесь, что здесь. Одинаково написано. А вот так вот уже нормалек. То дальник, это передник. Давай. То есть это твой личный произвол. Там этого и близко нет. И не нужно. Вокруг одного состояния находится. Вообще, к моему приходу желательно, чтобы краски были. Ну и как бы палитра хоть в каком-то порядочном состоянии, чтобы было. Ладно, давай, выдави, я потом с балкона буду идти. Где ты это увидела? Где это увидела? Да-да-да, ошпаренный. Теневые посъедала. У тебя на какой-то момент была очень симпатичная картина, причем практически тобой писанная. Но ты, я вижу, у тебя есть способность умучивать. Берегись такой способности. Где теневая? А, все теперь дошло. Тень снизу, сверху. Минимум без этих теней это все не работает. А я не мучаюсь. Дело сама не мучает. Ага. Уже просто копошилась в картине. Вообще, свет-тень – это первое, что нужно увидеть. И последнее, чем должно это все закончиться. Выраженностью света и тени. Никакие другие, никакие технические навыки не помогут, если не видишь, если не обращаешь внимания на главное. Главное – это свет-тень. Вообще, да нет, не в этом, просто поставить для себя задачу. Свет-тень в первую очередь. Все художники, классики, все в один голос своим ученикам говорят одну и ту же мысль, что работа в тоне важнее, чем работа в цвете. А работа в тоне – это оно и есть. Будьте здоровы. Вот. Свет, тень. Видно, очень важную мысль сказал. Раз. Такой пчих. Перекопошила. Где ты эти белые увидела? Ну где? Ну там такая красивая мгла. Нет, надо уже писать. Каждый сантиметр картины забомбить краской. Зачем?
Да, в ожидании вас. Ага, точно. И мне что делать, ничего уже. И не слишком явные, да? Неестественно. Но виноват не я. Не в ожидании. Это я в ожидании. От суетности. Вместо того, чтобы посмотреть на картиночку. Вообще. Отойти, посмотреть, подумать. Теневые не любят густую краску, помнишь эту, да, фразу? Все-таки переборщила густоты. Согласись, так классно, когда ее мало. Выбрить. Периферия поспокойней. Давай, наверное, чуть-чуть подложим вот этого, чтобы появилась ясность того, что там внизу творится. Потому что внизу сейчас не весь что творится. А так хотя бы будет сирень валяться. Согласна? Согласна. Теневые любят густую краску, да? Помнишь теперь? Мантру. Раздавлено, мутно. И оно сразу становится там. Оно сразу не участвует в игре, а только дополняет. Еще есть такое понятие, как свет из-под теневой. Из-под теневых проявлений. Белый. Ага. Вот он белый. Ага. Нет, нет, просто я скорость. А, поняла. Все, просто все, я быстрее, кистью, да? Работаю быстро. Угу. Итак, свет из-под теневой всегда создает эффект пространства. Когда на этот свет вышли листики и жестко заслонили, появился воздух из-под теневой, который создал идею пространства. То есть свет из-под теневой нужен. Свет, потом тень. Свет из-под теневой. Он всегда выдает эффект предметов в пространстве. Кстати, тихо села, неплохо. Да.
Ну что-то такое. Что-то такое. Ну, гуляешь немножко вокруг и довольно.